А вот 31 абитуриент. Там гендерное какое распределение? Сколько там мальчиков и девочек? Пополам. Пополам. А да, какой-нибудь например. Возрастной ценз вы устанавливали? Есть. Ну, такой, вообще есть такой традиционный возрастной ценз. До 22 лет, до 23 примерно лет девочкам. От 16 до 22, до 23. И от 16 же, или от 15, смотря когда заканчивается, от конца средней школы до 25, скажем, для ребят. Примерно так. Ну, по-разному бывает. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».